Павел Датюк может все. Под таким названием в сети появился видеоролик, на котором известный свердловский хоккеист занимается несвойственным для представителя зимних видов спорта занятием. Павел, что называется, нагоняет мяч. Причем не хуже многих футболистов. Мячик будто намагниченный, перепрыгивает с носка на носок спортсмена и никак не хочет падать на пол. Видео, опубликованное накануне вечером, набрало уже около 16 тысяч просмотров. Остается только спросить, чем ответят на это уральские футболисты.